субботу в Самарской области будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем 18-24 градуса, ночью 13-15 выше 0. В Сызрани небо в облаках, дождь и гроза. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 15. Северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти малооблачно, дождевые осадки. Днем плюс 21, ночью 13 градусов выше 0. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. В дневное время плюс 22, ночью 14 градусов выше 0. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%. Температура воды в реке Волга 20 градусов. Геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.